Добро пожаловать в мультик. К сегодняшнему обновлению Creatures of Sonaria новое существо из ротации Store. Подпишитесь на канал Мультик Плеер, а я сейчас расскажу про него, покажу анимации, его способности. Заходите, будет интересно. Не забудьте подписаться, у нас много таких видео. Ну что, давайте начинать. Помимо этого существа у нас должно было выйти еще вот это существо, но почему-то оно еще не добавлено сегодня, хотя оно ожидалось. Планируется быть легендарным, но посмотрим. Итак, давайте сейчас посмотрим то существо, которое у нас сейчас вышло. Это Хейса 3. Вот в ротации Store за 3500, либо на одну жизнь за 1875. Выгоднее все-таки вид купить, наверное. Вот так он выглядит. У него идет огонь изо рта. Это что-то такое, как Арсонус, видимо. Вот так он встает. В такой позе. Самец от самки отличаются наличием вот таких волос, значит, а здесь веревочки спереди, более длинные, красные. Вот так это выглядит. Когда он только заспаунился, у него еще нет огня изо рта. Что нам известно про Хейса 3, это то, что они описываются как физическое проявление ночных кошмаров. Это чрезвычайно агрессивные хищники, на охоте не останавливаются ни перед чем, ходят слухи, что они приносят несчастье тем, кто на них смотрит. Так что аккуратнее с ними. Вдохновлены они масками Они. Кто не знает, что такое маски Они? Они – это демоны. Их обычно изображают краснолицами со злобными длинными острыми зубами, но эти существа не самые страшные из японских монстров. Маски Они наиболее распространены во время фестиваля метания бобов, также известного как Сетсубун, когда люди надевают эти маски на фестивальные выступления. Родители даже носят их в дома, чтобы пугать своих детей, в то время как дети бросают бобы, чтобы отпугнуть этих демонов Они и пригласить в дом удачу на весь год. Также это существо вдохновлено скин-лайном Кровавой Луны из игры League of Legends. Это серия скинов альтернативного будущего или вселенной в League of Legends. Также это существо вдохновлено драконами, японскими драконами, ну что, в принципе, видно по нему. Его характеристики. Здоровье 4000, выносливость 100, урон 425, скорость ходьбы 24, 64, бега, аппетит 50, ночное видение 3 из 3. Это хищник наземного типа, масса 4800, временем роста 45 минут 4 уровня, защита от кровотечения 35%, у него есть защитный ожог 2. единицы. Защитный ожог — это у нас как был защитный парализ. Паралич наносил. То есть есть шанс нанести паралич, а тут есть шанс нанести ожог. 2 единицы. И огненное дыхание. Она наносит 1,5 урона в секунду и ожог. Чем дольше вы действуете этим дыханием, тем больше накапливается ожог. Так, давайте посмотрим его анимации. Вот его агро. Ковер. Вот он сел, лег. Анимация копания в грязи. Вот его атака. Послушаем его голос. А вот так он ест мясо. И плавает. Ну, в принципе, обычное плавание. Друзья, напишите в комментарии, как вам это существо. Будете ли вы его покупать? Подпишитесь на канал Мультик Плеер. И до встречи в новых видео. Всем удачи и пока-пока.